давай, держи, держи, держи. Ты дала поиграть нам. Всем привет! Сегодня мы придем к папе, чтобы мы показали постерс и... Папа наш бежит марафон сегодня. Мы приехали, вот пляж Санта-Моника. И мы сейчас пойдем к финишной линии. Финишная линия находится через этот мостик. Нам нужно пройти по ступенькам. Мы думали не брать с собой коляску, но она нам будет нужна там. Поэтому... сейчас мы ее будем нести. Сейчас, Соня, я возьму. Нам предстоит большой труд перенести все это туда. И там еще ступеньки с той стороны будут. Потом нам нужно будет найти, где идет марафон проходит. Вот. И там мы будем встречать нашего папу с плакатами. Вика уже убежала с плакатами наверх. С яркими нашими. Мы к папе идем. Здесь вот мостик такой. Санта-Моника. Океан. Сегодня хороший день. Прохладненько, но солнышко. Поэтому, я думаю, бежать даже хорошо для папы. Потому что пару раз, когда делают марафон в марте, вот сейчас, было очень-очень жарко. И было тяжело бежать. А сегодня, думаю, ему в самый раз. Мне приходит сообщение, уведомление на телефон, смс. Ой, осторожно, Кристинчик. И мне говорят, где сейчас папа находится, сколько километров он пробежал. Недавно он пробежал уже 30 километров. Вот тут начинаются ступеньки, которые будут посложнее. Подожди, Соня, я тебе помогу. Ну, вот так вот даже ничего. У меня Соня в помощнице, поэтому нормально. Думаю, дойдем таким методом. Ну вот, мы дошли, сели кушать. На травку Алис, под деревом. Тихо. Алиса кушает. И вот пробегают первые, ну, я же не первые, но атлеты, которые, да, они заканчивают за 3 с чем-то часов, 3.25. Вон там дядя бежал с флаг, который он написал. 3.25, да. Наш папа закончит это за 4 часа 20 минут, я думаю. Он так заканчивал последние. Последний раз 4.30 он закончился, 4.36. А первые два за 4.20. Так что посмотрим. Сегодня погодка хорошая, сегодня не жарко, так что ему бежать удобно, я думаю. Вот. И здесь такое, как бы, такое хорошее настроение у всех. Все кричат, держат плакаты, болеют за атлетов. Покажи закат. Go, Papa! We love you! Да, we love you. А вы не закончили внизу, да? You are number one! You are number one! We number one не докрасили вчера. Ничего, ладно. Мы хотели это сделать зеленым. Забыли. Нет, мы хотели это сделать зеленым. Хотели, а забыли. Да. Но постер зеленый. Ага. Вот как мы тут расположились. Do you know what distance this is here? This is like almost like it's the finish line is really close. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Что ты спросила, как далеко от финишной линии? От финишной линии совсем недалеко здесь. Здесь настроение веселое, радужное. Мы сейчас 10.23. Мы думаем, что Сережа прибежит это в 11 часов, наверное. Но мне придет сообщение, плюс у него телефон тоже с собой, поэтому он нам скажет, когда будет подбегать. Собачки пришли познакомиться к нам. Good luck, Dad! Good luck!
Thank you. You're welcome. Come on. Come on, let's go potty. К нам пришли поздороваться собачки. Моя! Осторожно, только не наступи на нее, так прыгаешь. Это уже четвертый раз, когда мы приходим смотреть нашего папу, как он пробегает марафон. Я каждый раз так волнуюсь, почему-то, не знаю, за него радуюсь очень. Это такое как бы большое дело, пробежать 42 километра. И он очень тренировался в этом году. Так что очень классно. Гордимся нашим папой. Девчонки мои убежали куда-то по деревьям лазить. Вон они там вдалеке по деревьям лазят. Это же надо же, а? Хулиганки. А мы с Алисиком тут. С Алисиком ждем папу. Папу ждем. Тебе тепло, мои сладки? Тебе тепло, моя красавица? Да? Девица моя красавица. О, Господи, посмотрите на этих детей. Они лазят по деревьям. У кого-то, везут там. Кому-то плохо стало, по-моему. Здесь очень много медиков всегда находится, чтобы если кому-то плохо, то сразу помогают. Кристина, куда ты лезешь? Ты упадешь, Максим, давай слезай. Да, манки, замечательно. Три обезьяны. Три обезьяны у меня на дереве. Давайте аккуратнее, я иду туда-обратно, там у нас вещи лежат, хорошо? И приходите скоро, уже папа побежит. Алисик на маме повисла. Так лучше, да, тут кричат все, непонятно, что происходит. Да? А так на маме спокойно, хорошо. Готовимся, готовимся. Осталось минут 10. Папа сказал, уже недалеко. Чуть-чуть осталось. Чувствует себя хорошо. Соня, когда будет пробегать Сережа, мне нужно будет, чтобы ты мне помогла. You can film on the phone. I'll give you my phone, okay? Соня будет снимать на телефон, а я буду на камеру снимать. Чтобы ничего не пропустить. Буквально, может быть, минут 5 осталось. Папа только что написал нам сообщение. Мы стоим буквально недалеко от финишной линии. Вот там вот финишная линия. Мы вышли на такую сторону, где не очень много народу. Здесь очень удобно сидеть и смотреть. Папа, давай, держи, держи, держи. Все, встретили, ура! И обратно к Роли Полик своей. Ну все, ура! Папа пробежал. Мы собрали все и теперь идем там, где фестиваль происходит, в конце финишной линии самой. Папа, молодец, да, мы его видели? Надеюсь, я нормально засняла, я не знаю, так держала и камеру, и телефон одновременно, так Соне не дала. Я на Инстаграм, на лайв снимала. Если вы у нас на Инстаграме, там у меня еще сутки будет стоять, но я не знаю, когда я это выставлю видео, поэтому, может быть, уже не будет. Вот, и теперь мы идем вот вдоль океана. Здесь очень красиво, сегодня такой денек хороший, не жарко. Идем встречать папу, поздравлять его. Вот здесь все больше и больше людей. И мы до этого, когда приходили сюда, мы были на той стороне. И там приходится толкаться, там очень трудно пройти, чтобы посмотреть. Да, у них палатка. Как палатка? Зонтики. И очень хорошо, что мы пришли сюда.
другой стороны марафона. Я немножко тормозила. Там, где мы стояли, нужно было перейти дорогу, потому что здесь уже стоят решетки, и дорогу перейти нельзя. А чтобы нам его встретить, нам нужно обойти вот там, вот там, где все люди, по улицам просто пройти уже до конца. Я поэтому с той стороны очень никогда не любила приезжать, потому что очень много народу, и там просто жутко не пройти. Вот. Ну ничего страшного, сейчас мы недалеко ушли, сейчас вернемся, и полиция какого-то остановила дядю. Он ехал там, где закрыто, не знаю, почему его остановили. Но аж два на мотоциклах. Его. Что, почему остановили? Ну что-то сделал неправильно, наверное. Его остановили. Он прикрывался, где нельзя. Он ехал просто неправильно, наверное, куда-то. Так, все, мы обошли марафон. Теперь идем встречать папу. Там, где здесь поместье людей по нормальной улице. Теперь не горит свет. Почему? Нет. Почему? Нет, нет, нет. Его нету в машине. Кого, дяди? Да. Там был дядя в машине, а кто же машину ведет? Я не знаю. Хотя уже есть машины, которые ведут себя сами. Вы знаете? Я знаю. Есть такие машинки, уже стали выпускать, по-моему, которые сами себя ведут. И не нужен водитель. Да. Когда ночь и водитель хочет спать, то можно просто отпустить, а потом машина поедет. Да. Типа того. Всех тех, кто пробежал марафон, сразу заметно, потому что они идут с медалями. Похоже, да, только другого цвета. Они идут все с медалями и с вот такими вот, как одеялками такими накрытыми, фольгой такой, чтобы им не было холодно после марафона. Потому что тело уставшее и надо чем-то накрыться. Тут уже очень много-много-много народу. Мы пробиваемся вперед. Финишная линия на марафоне закрыта, самая-самая финишная линия. Поэтому приходится обходить, потому что стали закрывать после того, как был теракт в Бостоне несколько лет назад. И теперь на таких больших марафонах, мероприятиях финишная линия сама именно закрыта. Пару блоков. Кристинчик ноет, идет, хотя нам идти недалеко, совсем еще пару блоков. Стоят парамедики, это которые спасатели, если кому-то станет плохо, они сразу помогают. Много полиции для безопасности. Мама, the fireman just said hi to me. Did he? Okay. Yeah. They're not firemen, they're paramedics. No, there was a fireman. Okay. It was a fire truck. Пожарные, fire truck. Медики, полиция. Здесь все, короче. Это что-то такое большое, большое мероприятие. Поэтому для безопасности все присутствуют. Вон папа наш! О, дошли до него! Ура! Вот папа! Все, мы ждем его. Вот он. Папа, обними! Поздравь папу! Поздравь папу, обними! Ой! Ты папу поздравь сначала. Папа, у меня одна девочка, которая... Папа, у меня один девочка делала хай-фай. Тебе хай-фай делала? Алиса всем улыбается. Не тыкай ее пальчиком, машинка. У тебя ручки грязные, слышишь меня? Ты там по деревьям лазила. Не надо ее тыкать в лицо, она же будет плакать. Да. Мы стоим, думаем, куда пойти кушать. Ждем, стоим в ресторанчике, а здесь такие красивые штучки. Что-то дала поиграть нам. Аккуратно только, снимайте меня. Очень красиво. Это улица пешеходная. Здесь много ресторанов в Санта-Монике и магазинов. И мы вот стоим, ждем, нам сказали минут 20, нам пришлют сообщение, когда будет место для нас. У нас такое большое скопление народа, поэтому нужно большое место. Это Сережин друг, он тоже бежал марафон, дядя. Они вместе бежали. Can I?
красивые штучки, очень красиво они на солнышке. Сейчас она попробует сама, потом тебе даст. Поздравляем папу! Нас посадили наконец-таки в ресторан. Алиса, что-то сегодня включит много. Cheers, да. Поздравляю. Congratulations. Много-много телевизоров показывают спорт. Алиса кричит, поэтому я ее повесила сегодня. Чизи-чизи. И олив. Ничего себе, мне принесли сосиску огромную. Монстр. Что ты машину поставил? На следу не супчик. У меня пицца тут. Окей. Сережа принесли морепродукт. Пицца. Все довольны. Ура, мороженое. Мы его так долго ждали. Все, всех собрали. Сейчас пойдем обратно. Тут дяденька играет на гитаре. Тут все знакомые бегуны. Папа встречает кого-то еще. Да, что пробежал тоже марафон. Все друг друга поздравляют, ходит очень много кто с медальками, кто пробежал уже марафон и теперь ходит празднуют. Идут, которые завернутые, только что добежали, может быть. Потому что многим занимают 6-7 часов закончить. Серёжа пробежал за 4 часа 9 минут сегодня. Это очень быстро. Для него это рекорд даже. А те, кто помедленнее, может быть, даже только что заканчивают сейчас еще. О, какие тут, смотри, динозавры. Вика, смотри, это кто, динозавры? А? Динозавры, да? Санта-Моника, интересное место. О, еще один дядя на барабанах здесь сидит, играет. Да. Музыка, да? Везде. Почему? Ну, потому что всем нравится слушать. И денежки зарабатывают. Потому что они денежки-то тоже зарабатывают. Им люди кладут туда денежки, они зарабатывают. Ну, кто как может зарабатывает. Вот он умеет играть на барабанах, он так и зарабатывает. Динозавр с водой, фонтанчик. Аккуратно, не упади. Мы дошли там, где был марафон. То есть он до сих пор еще идет. Некоторые люди до сих пор еще идут. Но с номерками. Папу. Да, подождем папа. Но это уже которые идут пешочком, не спеша. Поэтому они доходят за 7 часов. Так. Учи-пучи-пу-пу-пу. Вот. А нам сейчас нужно будет перейти обратно туда. Через мостик.
И вниз к машинке. Какой красивый океан сегодня. Кораблики плавают. Уже все разошлись почти. Весь народ разошелся. Вот такой удачный день у нас получился. А нам сейчас по ступенькам вниз коляску нести. Только это уже и не я понесу, а папа. Ну все, мы вернулись с марафона, и время уже Соню отвозить домой. Да, Кристина там йогурт размораживает. Да. I wish I could call Sophia on my phone. I mean, on my iPad. Ты можешь с моего телефона ей звонить, когда хочешь. Мама, я хочу сегодня позвонить. Ну, сегодня, пока доедем, уже поздно будет, она уже пойдет спать. Потом, другой день, после школы можешь позвонить ей, когда хочешь. Окей, давайте скажите пока Соне. Поцелуй, Соня. Пока, Соня. Пока. Ты тоже скажи пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Оставайтесь с любыми.